отсюда будем скоро сваливать. Что? Ну, похоже, россияне будут все сдавать это, все дело. Да ты что? Угу. Они ж вас не забудут хоть? Ну, вот это хреново знает. Потому что сегодня на БК палили, все сгорело БК. Стреляло, сверкало, так что эти обязательно. Сейчас ну, там да. БК, там БК взрывают они, палят тоже. Короче, уничтожают боеприпасы. А у вас нет связи с ребятами, а что за которые... Бред? Ну, вот объясни мне логику. Сдавать 60 километров, сдать, а потом попробовать убивать их отсюда. Ну, это ну я конечно. Не знаю. Это я не помню. И так 100 километров сдали. Даже 150 километров сдали. Да, это много. Еще 60 километров сдадут. Сказали, берегут людей. Угу. Хотят, кричат, нам надо удержать. Удержать по-любому. Кто говорит удержать? Россияне, что надо удержать Херсон по-любому. Они его лучше сдают, чем удерживать. Сейчас вот это еще у вас там более-менее, а так на всех фронтах все караул. Плохо приезжал опять недавно, вот. Он же под Мариуполем там где-то. У него идет группа зачистки. Ну, тоже не бьет группа зачистки, неизвестно, что тебя где ждет. Ну, как зачистка? Это ты заходишь в деревню, начинаешь заходить в дом, нашел человека, убил, нашел, убил. Ну, группа либо зачистки, тебя убили, да. Вот и все. А я ж тебе и говорю, да. Где-то какой-то детдом был, что ли, или дом ребенка, что-то такое. В подвал залезли, говорит, туда, там, говорит, трупов обгоревших детей куча.